Вопрос очень мутный. Вопрос звучит следующим образом. Какие подводные камни могут быть при использовании выражения type of bar, bar это переменная, равно object, при определении, является ли bar объектом? Как можно избежать этих подводных камней? Значит, пояснение в ответе. Несмотря на то, что type of bar равно object является надежным способом определения, является ли переменная bar объектом, у данного способа есть подводные камни. Причина в том, что null также считается объектом. И приводится пример кода. У нас есть переменная bar, которая объявлена через ключевое слово var, и она равна null. В случае, если мы проверяем, является ли bar объектом, мы получаем true, то есть да, null является объектом. Это правильно с точки зрения JavaScript, потому что null это объект в JavaScript. То есть type of null мы получим объект. Как избежать данного подводного камня? Нам нужно добавить проверку на то, что var не равен null в данном случае. В каких случаях эта проверка может иметь смысл? То есть у вас есть какая-то переменная var, вам нужно в коде проверить, является ли она объектом. Она может быть равна null, она может быть равна объекту. Если она равна null, то вы получите объект, и ваш код начнет работать неправильно, потому что вы на эту проверку накладываете дополнительные ветви, скажем, своего алгоритма. То есть для этих случаев вам нужно дополнительно указывать проверку на null. Тогда ответ будет корректен. False, если par не null, и он является объектом. Если bar является функцией. Функция ведь у нас тоже в JavaScript объектом считается. Мы получаем false. Хотя это тоже неправильно, потому что мы имеем функцию. Функция в JavaScript объект. Bar у нас не равен нулю, и мы получаем false. Почему? Почему так происходит? Вот такие вот подводные камни. Добавляем дополнительную проверку. Type of bar равно function. И получаем true. Да, это объект, это функция, и bar не равен null. У нас ответ true. Все правильно. Предположим, что bar у нас является массивом. Берем function, получим true. В этом случае все работает. Но если мы хотим дополнительно проверить, является ли bar у нас array, то есть массивом, нам предлагается добавить еще одну проверку. Очень мутную проверку. То есть мы переводим bar в string, вызываем при помощи метода call и сравниваем, является ли результат выполнения этой функции массивом. И получаем false. То есть в некоторых случаях вам нужно получить false для этого, для результата выполнения. То есть вы делайте все вот эти вот проверки, чтобы получить false. Чтобы получить false. Не true, а false. Но есть тогда одна альтернатива. Альтернатива, которая возвращает false для значения null arrays and functions, но true для объектов. То есть в данном случае у нас переменная bar равна массиву, пустому массиву. Мы делаем проверку на то, что bar не равна null, чтобы избежать случаев, когда у нас null равно объекту. И указываем bar constructor
констрактор, то есть конструктор этого объекта у нас равен объекту. Мы получаем false. То есть бар это не объект, это массив. Да? Мы получаем подтверждение тому, что это не объект. Если мы указываем здесь объект, мы получим true. Если у нас здесь функция, мы получим false. Все верно. Ну и в случае, опять же, массива, в ES5 есть простой способ определения, является ли бар массивом при помощи встроенного метода isArray. Мы получаем true в случае, если бар у нас массив. Если он объект, мы получаем false. Если null, мы тоже получаем false. Если у нас какая-то цифра, мы получаем false. Если string, мы получаем false. Очень мутная задача, согласен, очень мутная, но может попасться на интервью. Лучше запомнить варианты ее решения, все эти ответы, чтобы в случае, если вам такой вопрос попадется, иметь хотя бы какие-то общие представления о том, как на этот вопрос отвечать. Но это один из самых мутнейших вопросов, которые могут попасться на JavaScript интервью.